Что случилось? Нашли ее в таком состоянии, взломала ящик с лекарствами, вколола себе все, что нашла. Она пыталась себя убить. Но печень она себе прикончила окончательно. Без новой печени она умрет через 24 часа. Ей нужна печень. У него она есть. Может отдать ей половину. Половины ей не хватит. Нужна целая печень. А он не переживет операцию. Он умрет на столе, и вы получите печень целиком. Если он на это пойдет, то ради любви. Хотите, чтобы я умер на операции? Это нужно вашей жене. Мое сердце умирает. У вас пара дней, не больше. Но тогда у нас будет время, чтобы спасти ее. Остальное не важно. Делайте пересадку. То есть вы променяете свой 100% шанс выжить на очень малый шанс выжить, который есть у нее? Я и так был готов умереть. Теперь будете внимательнее к новой жене.